Пятый. Тупая собака. Как же мне игра эту собаку сует? По-моему, второй раз, только в тот раз она была, по-моему, скерся просто под блайндом. Так, а что ставка была на удачу, да? 0.7 это... Это вот это. Так, R2ZB. R7. Блин, тут шарик дают. Байтят. Тупая собака и кристальный шарик. Так, скорость 1.05, дамаг 3.03. Ферзь 2.64. С прошлого забега не поменялось. Так. Так. Я могу похилить со стороны карты, если что. Ты нас кинем, этому рому пофиг. Мы планетарий получим тогда. Конечно, не фанат этих манипуляций планетарных, ну ладно. Другую бомбу. Так, у меня одно хп, да? Половина. Еще копейка, можно мешок купить. Может, там будет как раз таки бомба. Аккуратно. Да, сука. Justice. Ладно. По факту нормально получилось. Будет так. Будет больше не скипаем. Ну, все же получилось синее хп. Плохо. Собака это как будто улучшенная версия лича. Или это даже почти одно и то же. По механике. Они как будто одинаково работают. Что лич, что собака. Либо очень похоже. И даже интересно, у них реально одна и та же логика, или там разная логика у этих айтемов. В ходе. Я... Тупая собака как будто даже чуть-чуть более умная, чем лич. Кажется. Лич, по-моему, более тупой. И он, наверное, двигается только, наверное... Под прямыми углами, да, ведь? Или нет? Не помню. Он может двигаться. Лост. Окей. Пока что не очевидно. Есть планетарий или нет? Lots of health. Yeah. Health is not an issue. This fucking dog is an issue though. This dog can be annoying. Бля, она ещё, по-моему, на вторую фазу пойдет. Или вернее, третью фазу, подожди. Уже вторая фаза, правильно. И...
дорогу дать, чтобы она там прохуярила. Насквозь. Серьезно? Окей. Рома сама открылась. Окей. Он от себя бахнет. А! Ей похуй на эти бомбы. А, ладно, я думаю, эти бомбы тоже поломают. Забавно. Эти бомбы ее не дамажат. Смешно придумали. Блять, что я делаю? В чем-то эти фазы, по-моему, full hard damage, кстати. По-моему, это full hard damage еще. Эти фазы. Чисто ради шоу-кейса хочу сделать эту фазу. Больше никогда ее не пропасть в этом забеге. Более того. Привет, Август. Типа задачи хранов Август. Я, по-моему, ее много раз уже задамажила, скоро, по-моему, уже поломается. Или у нее ХП, возможно, восстанавливается? Я не знаю, как у нее ХП работает. Типа, если ее бить, она постоянно ХП свое, типа, сохраняет, сука, раз ты ее ебнул. Или у нее ХП как-то регенерируется. Каким-то образом. Я просто не ебу, как это работает. Перед такой собакой. Привет, я на волк. И все еще мало, серьезно. Тебе все еще мало. Где там уже третья. Ай, блядь. Блохоебка. Вот оно. Вот оно. Все. Больше мне от тебя нихуя не надо, тупая собака. Теперь можешь сдохнуть. Да. Только ради этого я эту хуйню маю. Чтобы вам третью фазу показать. Но вообще, если босс удачный, она может босса тупо сожрать. Она капец сильная в этой фазе. Все же это надо тоже признать, этот факт. Она реально очень сильная. Такой большой? Ну, такой БОЛЬШОЙ! Все же выебли в жопу. Я говорил, это full hard damage. Это full hard damage, все. Это хуета теперь на полный хп мне дамажит. Типа не сильно за хп переживаю, мне все равно кристалл был. Блять, ты не того жрешь, сука. Блять, что ты делаешь? Тупая собака, нахуй. Блять, иди нахуй, блять, уебище ебаное, сука, нахуй. Какая параша, блять. Просто тупорылая псина. Подожди, почему дверь, блять, тут оказалась? Что? Почему проход сместился, нахуй? What? Почему дырка здесь оказалась? Почему ее переместили так далеко? Что? Что происходит в этом забеге? What the fuck? Я такого ни разу не ушел. Потому что я там, видимо, насрал из-за этого. Какашка была. Блять, какая хуйня. Да мне пизда на самом деле. Мне пизда, подожди. О, собаку пора все же усыплять, по-моему.
Слишком, по-моему, опасно скоро будет. Не, это стадия финальная. Больше нету. А, все. Сейчас ее ёбнут. Ее мухи же ёбнут. Ладно, похуй. Забей, поиграли и хватит. Может быть, у нас, кстати, ХП через убийство восстанавливает, кстати. Понятно, возможно. Я мог камни ей ломать, бомбы не тратить. Сучара. Блять, пиздец, какой забег классный получается. Пока. Какой охуенный забег, подожди, у меня вообще стат нет. В этом руме я уже был, кстати. Отъебись от меня. По факту у меня дуда нет. Теперь вообще его нет. Поэтому я теперь даже не хочу эту собаку ломать на раньше времени. Пускай пока живет, наверное. Есть книжка на ХП, но толку от него мало. Наверное. Сосина, я тебя даже не видел, сука, вне экрана. Сейчас собака точно доиграюсь. Эти бочка не лопает. А, окей. Ну и пошла она. Хуй на тебя, тупая собака. Гига хуёво прокает, кстати, кристалл бомб. Может нахуй его выкинуть? Дать книжку на хп. Она в пизду этот шарик. Нихуя хп не дает. Не, она в пизду. Сейчас заберем книжку нормальную. Уф. Успел даже пройти, нихуя себе. Думал, не успею пройти. Так, пошли на босса сначала. Задника не видит. Жри его. Да поебать на маппинг. У меня хп нихуя нет. И хп нихера не дают с этой кристальной залупы. Не стоит того. Или стоит того, не знаю, еще посмотрим. Может, передумаю. Ладно, передумаю. Тут еще дают мультики. Тоже будут хилить. Блин, я мог денег больше сделать. Чем мог сделать? Делать денег намного мог больше сделать. Ну, теперь уже поебать. Я уже не заберу нихуя там все равно. Плевать. Будем. Кто-то быстро ушел. Чего сгорело, видимо. Какое-то говно вроде, да? Книжки потрогать не можно было. Каким образом я их потрогаю?
Там не было ни полета, ничего. Через авибэк их типа там не сильно потрогаешь. Наверное, можно, но это такая тупорылая дрочь. И там все равно можно не успеть выбежать. Там очень короткий айфрейм на пол хп. Вот моих нервов. Отписываюсь. Не, иди нахуй, тупая собака. Это буду я постоянно, видимо, усмирять. Блин, это будет очень долго. Господи, сёнок. Это Рума. Ну, обратно вернулся, на эту рун пройду. Пофиг. Хотя могу туда пойти в секретку. Да. Что, сходим в секретку? Это было опасно. Не жри мух, тупая скотина. Прекрати жрать мух. Собака вонючая. Его жив он за жопу. Цепляй, цепляй, давай. Во, все, молодец. Он его жри. Да пошел ты нахуй. Так, это я уже пока новый этаж оставлю. Я же видел, это что есть было, нахуй я пошел. Ради мечного. А хотя, в принципе, что скипать уже, я все равно видел планетарий, так что я все равно уже ничего не получу. Ладно. Ну и так, бесполезно, в общем-то. Что скипаешь, что не скипай, ничего не изменится. Чисто блайнды доджить, разве что. Все будут блайнды. ПФ, думаю, да, должен на собаку работать. Ему, ну, на собаку-то не работать. ПФ, тупая собака. Да твою мать, чё, хуели что ли? Чё одновременно атакуют? Смешно, ну ладно. Я думаю, сегодня кошки хватит. Уже так перебор. Телепорты? Телепорты. Два телепорта. Тут ближе телепорт. Тупая собака больше не актуальна. Реки актуальны. Я бы не успел на босс, если бы не XL. И матом. Так успели. Ну, собака горит. Собаку подожгли. Осуждаю. Боже. А куда мы шли? Наверх. Полароид забег. Айзек!
Сокрит. Ну, Сокрит Харт. Было мало. У меня один дамажа попал Сокрит Харт. Конечно, немного урона будет. Вон. Плюс 3,5. Нормально. Нормально. Ухуй. Хоть что там? Да, но жесть-то минимум. Это кап. Нижний кап терзуем. Ой, терзуем шотспидом. Ради маппинга прохожу комнаты. Чтоб дали снова маппинг. Нужная. Ох! Блять, я выкинул, сука, книжку на хп. Почему я получаю всадников? Еще и хуёвого всадника. Я бы еще лошадь взял бы вместо маппинга. В общем-то, возможно. Кто не уверен. Можно срать. Троллит. Наверное. Не знаю зачем. Видимо, ради орбиталки. Да, окей. Но в какой-то веке хороший ангел. Забавно. В какой-то веке... ангел что-то зарешал в этом стрике. Не дьявол. Получить нормальную сделку с дьяволом. С дьяволом, с ангелом. Ты почему вообще получил ангела? Я даже не помню, что было на дьяволе первом. Или я просто не ходил на дьявола. Не ходи. Или это просто какая-то хуйня была. Бери свой глаз, ебаный урод. Пиздец, я, блядь, пройти не могу своего ебаного глаза. Кринж. А, там был битрел голова запилки. Вспомнил. Точно. Это хуета была. Не было. Ace of clubs. Я бы хотел его зарядить, наверное. Сразу Crystal Ball. Не-не-не-не-не. Это точно не самая умная идея. Я полароид терять не хочу. Я же полароид активирован. Санкарт его поломает. Нашел ключи. В принципе, одного ключа не хватило всего. Чуть-чуть не хватило. Чтобы было нормально. Такое вообще давать не хочется.
столбов сегодня. Странно. Миллион карт получил. Так, ну, плевать. Блин. И дорога дальняя, конечно. Просто линейный этаж почти полностью. Никуда не свернешь особо. А то можно было карту кормить, кек. Это с Waste of Time. Он спрещит anyway. Но начало было странное, по итогу ран еще более странный получился. 23 минуты по итогу ран. 105. Типика тупая собака experience.